Связи с ТВ. Узнай новости первым. Засветись ради спасения жизни. В Кстовском районе сотрудники ГИБДД еще раз напомнили о безопасности на дорогах. В рамках областной акции «Засветись» инспекторы раздавали водителям светоотражающие жилеты. Они необходимы при выходе из машины в темное время суток. В любой момент водитель может стать также пешеходом, покинуть транспортное средство, куда-то отойти, отлучиться, также стать пешеходом. И как бы вот эти светоотражающие жилеты... ему необходимо. С 1 июля 2015 года, согласно постановлению правительства Российской Федерации, пешеходы при движении по проезжей части и вне населенных пунктов обязаны носить светоотражающие элементы в темное время суток. В марте 2018 года это правило стало обязательным и для водителей. Ночью сломал что-нибудь вечером, на обочине не видно же машину, а тут оденешь уже, отражает же полоски-то. За 9 месяцев этого года на территории работы отдельного батальона ДПС произошло 7 ДТП с участием пешеходов без светоотражающих элементов. У нас вот недавно, 2 дня назад, в Мордовии сшибли человека, одного таксиста, из-за отсутствия вот этого жилета, светоотражающего жилета. Если был бы этот жилет, то он был бы живой. Акция «Засветись» проходит по всей Нижегородской области с 1 по 31 октября. Именно осенью, когда световой день становится короче, использование светоотражающих элементов крайне необходимо. Важно, чтобы их было видно на одежде или рюкзаке. Самое главное, чтобы все участники дорожного движения уяснили для себя, что световозвращающий элемент – это элемент безопасности. Но главная цель акции – это именно сейчас донести до участников дорожного движения именно об использовании световозвращающих элементов, то есть чтобы светоотражатели были популярны у нас в нашем обществе. Все яркие жилеты раздали меньше, чем за час. Кстати, светоотражатели можно купить и в обычном магазине или попробовать сделать самим. Анна Селезнева, Андрей Растов, «Связист ТВ».